знаете, эмоцию вызвать вообще просто ума не надо. Можно включить песню «Незабудка, твой любимый цветок», вот, и вызвать такую эмоцию, что мало не покажется. Да? Ну вот, значит, наличие эмоций ничего ни о чем не говорит. Но если у вас эмоции возникнут, потому что вы разобрали то, что вы видели, на большое количество элементов, и некий скованный образ развернулся у вас, как бы сказать, в сложную структуру, в сложную систему взаимодействий, и вы испытали дофаминовый восторг от того, что вы увидели, что на самом деле происходит в этом фильме странном, который мы посмотрели в полном недоумении, вот, или на этой картине, которая это все. Вот. Но для этого вам нужны знания. Вы не сможете разобрать и получить эмоции от сложного интеллектуального объекта, если у вас нет соответствующих знаний.